В столице проходит судебный процесс по делу брата экс-хакима Шымкента. Признать виновным Марата Айтенова в побоях экс-супруги Даны Атешевой и назначить ему 12 суток ареста с отбыванием наказания в специальном приемнике полиции Астаны попросила суд сторона обвинения. Напомню, в июле Марат Айтенов и его доверенные лица в сопровождении сотрудников правоохранительных органов пытались насильно выселить бывшую супругу Дану Атешеву с детьми из дома. Видео выселения, опубликованное на странице Атешевой, вызвало резонанс в соцсетях. 15 июля суд постановил арестовать Марата Айтенова. Было заведено уголовное дело. Айтенов, в свою очередь, также написал встречное заявление в полицию на бывшую супругу.